Окей, people. Мы продолжаем. Я бы сказал, что мы закругляемся. Но не совсем. Мы закругляемся с этим блоком. Шаги скачем вниз. Еще три шага вас ждет, но это не значит, что это все шаги скачем вниз олдскульного периода, которые существуют на планете. Нет, это те, которые я взял для разбора. Более подробно, более большее количество шагов вы знаете, где взять. В моих обучалках хип-хоп топ 100, это хип-хоп детка, New School хип-хоп и так далее. А сейчас продолжим. Роджер Рэббит. Мы делаем кач, но только с небольшим переносом веса. То есть мы качаем на одной ножке, а на вторую выпрыгиваем наверх на руку. Такая техника часто встречается и в дансхолле, и в хип-хопе, и выносим другую ногу назад. Раз, два, три, четыре. Это как обучающее упражнение для начинающих. Для более опытных сразу по два, разумеется. Руки работают в той же схеме, как все куриные шаги, как большинство шагов, большинство техник в шагах скачем вниз. То есть мы двигаемся вниз, а руки идут вверх. Здесь они еще немного идут вперед. Что же мы можем с этим сделать? Продвигаться. Делать разные скорости. По-разному двигаться с руками. Брать кач вообще. Как в Балтиморе. Есть такой подобный шаг в Балтиморе. Основываясь на этом же движении. Можно сделать больше похоже на джойк с ровной ногой. Ну и разумеется, раздвигать руки. И убрать руки больше на руку с корпусом. Повернуть корпус. Убрать кач. Убрать прыжок. Добавить баль. Короче, с ним можно сделать все что угодно. Идем дальше. Check in the box. Вообще, олдскульный. Этот шаг больше актуален для хаус-дэнса. Но мы его здесь тоже разберем. Обманочка туда, обратно. Поворот в разные стороны. Так. Пробуйте, практикуйтесь. Я не призываю вас брать мои вариации. Сделайте свои. Используя технику, которую я вам дал в первых трех видеозаписях. Отчасти поэтому я и не записываю медленно. Я бы мог бы показать вам медленно там 50 вариаций на один шаг. Но зачем?
Зачем? Чтобы вы их выучили и вспоминали, как в школе. Нет, я считаю, что школьное образование этим-то и это его слабость, что даются готовые схемы. Мозг работает по-другому. Каждый человек хочет сам собрать информацию и структуризировать ее, сложить по-своему. В этом смысл его жизни, так сказать. Понять мир, понять любую фишку, тему, которой занимается. Поэтому я только наталкиваю вас на мысли. Пахман, Касвис. Простой шаг. Не совсем так, конечно, а со смещением. Но я не знаю, стоит ли объяснять технику, что работает носок, пятка. Для начинающих я рекомендую такое упражнение. Вот оно. Носок, пятка, носок, пятка. Теперь представляете, что на вас катится мяч, и каждый раз, когда у вас есть пятка, вы по этому мячу бьете. И он налетел обратно. Пиу, пяточки. Пяточки. Вот. Пяточки. Пяточки. И вы выполняете твист на носке и на пятке. Здесь тоже куча возможностей. Если добавить корпус, разные уровни. Поставить одну ногу вперед, другую назад. Можно смещать ногу. Last Wings обрадуется. Let Win. Ручки. Ну и, конечно, ноги. Я меньше всего показываю ноги. Почему? Я оставляю этот поддан для вас. То есть, самое простое – это обрабатывать корпус, добавить голову, руки. Хотя это тоже сложно. Вот, с ногами сложнее. Некоторые движения так связаны, что вы просто не можете двигать ногами. Вот, но большинство из них позволяют варьировать и добавлять, менять направление движений ног. Это то, что я оставляю для вас как верхний этаж. То есть после того, как вы пропустите движение по ритмическим интерпретациям, добавите руки, ноги и все это проварируете. Я надеюсь, что это будет не за один час. Поймите, тут информации куча, тут на год работы. На год работы. Вот, поэтому там посмотреть, типа все отработать, окей, все, 3 дня прошло, давайте следующее видео. Это дело ваше, но обрабатывайте, обрабатывайте хорошенько. Ноги — это то, что нужно делать в конце. Это самое сложное. Нет, кто-то может сказать, я типа крутой, мне легче всего ноги даются. Пожалуйста. Но я рекомендую с этим не спешить. Сначала взять основную часть информации, обработать. И потом уже добавить что-то свое. Вы можете проварировать шаги так, до неузнаваемости. Только вы себе внутри будете понимать, что это пати-дюк или пати-машина. Вот. Поэтому стремитесь к этому и развивайте это направление. На этом мы заканчиваем блок «Олдскульные шаги, скачем вниз». И переходим к следующему. «Олдскульные шаги, скачем вверх». До встречи! А, ну да, конечно, я забыл сказать, записывайте видео, отчет.